В микрорайоне «Самолет» появится новый мини-детский сад на 125 мест. Сейчас там проводят ремонтные работы. Завершатся они уже в конце августа. Новый палисадик будет расположен на первом этаже в здании инженерно-технологического лицея. Всего будет 4 группы от 1,5 до 7 лет. Ремонт проводят в рамках региональной программы предоставления и создания мест для детей дошкольного возраста. Есть определенная очередность в ожидании своего места в детском садике. Для этого было принято решение развивать сеть палисадов, так называемых палисадиков. Поэтому наша задача к 1 сентября это помещение отремонтировать и открыть новый палисадик. Ремонт начали с нуля. Строили перегородки для будущих спален и игровых зон, буфета, гардероба и собственного туалета. Вход для дошколят тоже будет отдельный. Пересекаться со школьниками они не будут. Ремонт палисадиков в округе идет по 3 адресам. В инженерно-технологическом лицее, в школе номер 28 и в 59-й школе деревни Марусино. Принципиальное отличие то, что палисадики не предусматривают образовательную деятельность. То есть здесь будет организован досуг, игровая деятельность, сон в соответствии с режимом детей дошкольного возраста, прогулки, питание точно такое, как в детском саду, но не предусмотрена образовательная деятельность. Прием в такой сад осуществляется только по заявлению от родителей. Это первый проект, который создан на базе школы. Палисадик в микрорайоне «Самолет» начнет работать уже 1 сентября. Мария Антонова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.